В прошлом видео просил вас поставить 400 лайков, вы поставили больше 2500. Спасибо вам за оказанную поддержку. Надеюсь, это видео вам понравится не меньше. Давайте соберем на нем 700 лайков, и я сразу выкладываю новое видео. Я хочу посмотреть, какие есть навыки уже, возможности. Что я умею? Обычно я научился дергать струны. Не знаю, насколько это правильно сейчас. То есть, как-то струны я могу, в принципе, дергать. Ой. Мелодии я никаких не знаю. Это палец П, он называется. Он отвечает за басы, за все. Это палец И, он ставится на струну соль. Палец И, он ставится на струну си, и палец А, он ставится на струну ми. У тебя очень простой, очень простой, самое главное, что называется, что это струна. Вот так вот. Палец должен стоять крестом. Вот так. Я могу еще скинуть картинки, чтобы было попроще. Извиняюсь, крестом, вы имеете в виду что-то подобное? Вот так вот что-то или как? Палец басовый должен стоять впереди, в отличие от... И крестом в плане, вот, все, понял. Да, сверху это видится как крест. Третья, вторая, первая. Единственное, можно, у меня же первой струны нету, я вот смещусь вот это, то есть я вот это буду... Да, играть. Конечно. Так. Зажимать не надо пока что. Будем играть на открытых пока что. У меня туда пальцы проваливаются. Они прям что-то хотят там найти. Потому что нужно опираться на басовую струну большим пальцем, чтобы было удобнее играть. По-моему, лучше. Уже получше, намного получше. Палец не убирать. Сейчас еще раз покажу. Сложно, я знаю, да, это нормально. Ничего там нет такого. В руке вот здесь вот мы как будто бы держим яблоко, за счет этого рука округляется. Вот, и мы ставим на струны. Яблоко большое или маленькое должно быть? Уже очень хорошо, очень прямо хорошо для первого раза. Сейчас покажу самую простую вещь, которую все гитаристы, мне кажется, должны уметь. А, слышал, да? Сейчас я доиграю до конца, объясню. Вот к этому мы будем стремиться. Все хорошо, отлично, отлично. Вот к этому для начала. Это уже хоть какая-то мелодия. Позже чуть-чуть скину картинки базовые, которые, собственно, помогут в этом. Вот. Хорошо, да. Сейчас, одну секунду. Только, блин, не могу. У меня то, что одна струна порвана, очень неудобно. Я, наверное, возьму вот это вот. Все. Нормально. Вау! Круто! Я просто очень люблю помогать людям. Меня много кто просит. Мне очень нравится это. Я уже думала, блин, что делать. Я не понимала ничего, что происходит. Я думала, я делаю что-то не так. Нет, ты делаешь все круто. Моя учительница всегда мне говорила, что у меня все получится. Я не верила никогда. У тебя все получится. Я вижу, что ты этого искренне хочешь. И я надеюсь, люди, которые сейчас будут смотреть это видео, они проникнутся твоими чувствами. А можно тоже спасибо? Спасибо большое. Ребята, подписывайтесь на эту девчонку в Инстаграме. Люди, которые хотят научиться играть на гитаре, обязательно к ней обращайтесь. Я сейчас заплачу. Сейчас я заплачу. Все, хорош.
Мне дозоры. Базовый уровень мой вот такой. Вот могу дергать струны. Могу дергать струны. Угу. Все. Я хочу и зажимать. А? Зажимать вы тоже умеете, если. Ну, да, да, зажимать я могу, да. Зажимать я могу. Вот. А что-либо дальше, какие-то аккорды у меня пока, ну, близко не получается. То есть это то, чему я научился за 2 недели, по сути говоря. Дальше покажу немного свой уровень. Ага, это зажим, да, вы сделали? Да, но это не обязательно так. Круто. Вау. Это как же этот стиль называется, когда бьешь по гитаре? Фингерстайл. Во, да-да-да, круто, красиво. Ну, вообще у вас акустика, я так понял. Ее лучше класть на правую ногу. Я, кстати, на правую ее держу, да. Так будет удобней. Рука, ну, главное, чтобы вот этот вырез немного на уголке лежал. Ну, так будет удобней. Угу. Так. Вообще, в музыкальной школе учат, чтобы... Сейчас вам покажу. Чтобы палец большой лежал вот на середине грифа, и рука всегда должна играть в розетке. Вот тут всегда должна играть. А. Не тут, не тут. Тут всегда были мощные и углубленные. Угу. Так, смотрите. Первый палец я в руке зажимаю на первом ладу второй струны. Первый палец. Первый палец у нас. Да. Посильнее нажмите. Больно. Больно посильнее. Ну да, будет поначалу больно. У вас потом мозоль появится, но хорошо. Ваша четвертая струна плохо звучит. Попробуйте прижать тогда сильнее второй палец. Только смотрите, я заметил, вы все играете одним пальцем. В музыкальной школе учат так, чтобы каждый палец отвечал за одну определенную струну. То есть первый палец отвечает за третью струну, второй за вторую, а третий за первую. То есть, сейчас вам покажу. Можете поначалу не спешить, помедленнее играть, так будет легче. Ну вот, вы знаете мелодию. Дружище. Я вас понял. Просто я сколько видео смотрел, мне просто у меня даже звук не получается, по сути, даже извлекать из гитары. Я не знаю, с чем это связано. Она настроена? Да, она настроена. Единственное, на ней первой струны нету. У меня есть гитара, вторая. Там 6 струн, как должно быть. Но она какая-то, ну, неудобная. А вот эта вот, она мне больше нравится, но здесь первой струны нет. У меня почему-то даже звука нормального нету. Я не понимаю, как это возможно. А, это вы сейчас вот сверху. Это я просто провела по струнам. Ага, 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 ага. Просто у вас первые 3 струны должны быть такие вот по качеству, они должны быть немного отличаться от остальных 3. Да, да, это так правда. Есть? Они тонкие какие-то, да. И как леска. Не знаю. Чтобы рыбу ловить, что-то такое. Вот попробуйте, например, поставить аккорд АМ, то есть вот так. Первый палец, вот этот палец на четвертую струну, на вот эту. На какую? Покажи. На пятую струну. Ну, вот.
Первый, снизу, пятая струна снизу. Да, 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 на пятую струну так, первый палец. Да, 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 да. Второй палец вот на третью струну второго лада, вот этого порожка. И третий палец на четвертую струну. И вот попробуйте. Тихо у меня как-то прям получается. Ну, это может быть от качества струн зависит. Ну, наверное, да. Ну, струны, в принципе... они отдельно продаются. Это... в музыкальных да. магазинах. А как аккорд называется этот? АМ. АМ. Угу. Ну да, это мне... Звучит он нормально, но... Ну да, да. Мне отчим показывал этот аккорд как-то, да. Угу, угу. Неплохо, да, звучит. Я мне кажется, на гитаре можно играть, даже научиться, просто нужно... Да. Может быть, струны другие? Ну, если... наверное, наверное, да. Возможно, возможно. Возможно, даже, я не знаю, в гитаре дело, может, я не знаю, просто... Сейчас. На этой просто струны нет, не знаю, может, на этом как-то лучше будет. Сейчас посмотрим. Это был небольшой розыгрыш, так скажем, пранк. А, я видела, да. А если тебе это видео понравилось, и ты уже поставил лайк, так, у меня есть одна претензия. На меня подписано 2500 человек, а видео смотрят от 20 до 50 тысяч. Вы чего не подписываетесь? Я для кого все это делаю? Спасибо за просмотр, пока.